Егор Серов, наш эксперт, расскажет о самом интересном. Доброе утро. В руках у меня даже не книга, а скорее альбом. Конец 19 века. Крепостное право давно в прошлом. Экономика России модернизируется. Пятое место в мире по объему производства. И вот Ирина Архангельская собрала вот такой альбом. «Золотой запас империи» о капитале, коммерции и деловой жизни России конца 19-го, начала 20 века. Чего здесь только нет. Биографии, справки, 200 великолепных совершенно иллюстраций, в том числе старые. Посмотрите, как прекрасно оформлена эта книга и сколько в ней полезного и любопытного материала. «Золотой запас империи».